Я проснулась в отеле. Мне тут уже полный беспорядок. И сейчас мы пойдем за завтраком. Что ж, сейчас я должна забрать свои вещи из отеля и поехать в квартиру, в которой буду жить все эти месяцы. Я уже отнесла 2 чемодана, и мне предстоит пускать еще этот. Вот это вот боль, когда ты стащил уже 3 чемодана, а дверь открывается вовнутрь. Поселилась в квартиру. Погода для меня абсолютно непонятна, потому что иногда выскакивает солнце, становится очень жарко. Но в целом вот такой вот ветер. Я иду на станцию, чтобы отправиться в университет. Квартира уже заселилась, я покажу позже. Я на самом деле после Москвы в восторге от этих маленьких улочек и домиков. Я, конечно, живу не в центре Лондона пока что, и, может быть, сам Лондон сейчас мне покажется совсем другим, но в целом очень приятная дорога. Получила свою карточку и иду на здание, где у меня будут проходить лекции. Я уже ничего не понимаю. Так, что я еще получила? Сумочку с разными приколюками. Покажу потом. Хотела отметить, что у них, кстати, кладбище выглядит очень приятно. У нас как-то вот все заборчиком ограждено, как-то грустненько здесь. Красивый парк. И что ж, это мой 4-й день в Лондоне, и я уже заболела. Слава богу, без температуры, но чувствую себя хреново. Но ужин сам себе не приготовил, потому что у нас началась взрослая жизнь. И я иду в магазин с продуктами. Продукты у меня есть, но я хочу приготовить вкусный ужин, включить битву сильнейших или Гарри Поттера и вкусно покушать хотя бы. Поэтому я иду докупать себе немножко еды, чтобы приготовить то, что я хочу. Поскольку тут ужасно холодно, а я живу еще и на 1-м этаже. У меня такой вот двор. Мне пришлось вчера идти в магазин, докупать себе теплые носки, огромный плед. Но меня это не спасает. Я пыталась купить вчера тапки, но мне не разрешили, потому что на них не было ценника. И надеюсь, что сегодня я их докуплю, потому что
холодно, ужасно. Мне кажется, я заболела как раз-таки из-за этого. Мне на самом деле очень повезло, что у меня прям за углом супермаркет. Если честно, в планах вообще не было сегодня куда-то выходить, но все нормально. Я на самом деле в магазине себя чувствую немножко как неандерталец, потому что многих продуктов у нас нет в Москве, в России. И меня много что удивляет. Собственно, то, зачем мы пришли. Я нашла тут маринованные яйца. Все это обошлось мне в 9 фунтов. Так, я купила Филадельфию для бейглов, заправку к салату и сок себе на утро. Это все вышло в 9 фунтов, что в русских рублях это... Я напишу сколько, я не знаю. Я сейчас буду готовить себе ужин и смотреть битву сильнейших. Так что... Встретимся позже. Сокращайте разрыв. Лоб чреватый. Особенно напряжённый. Каждый считает, что парень. Битва колоб. Это как такое возможно? Это возможно. Приехали. Всем привет. Я к вам выхожу после болезни, чтобы рассказать вообще, кто я есть, что я делаю тут в Лондоне и как прошли мои первые дни переезда. Я поступила в Architectural Association School of Architecture. Это архитектурная школа, можно сказать, частная школа, институт. Я поступила на мастерс программу, которая будет длиться 16 месяцев. Изучение housing and urbanism. Приехала я сюда очень поздно. Вот даже опоздала на introduction week из-за визы. Наверное, самая важная тема, которую хочу поднять, это жилье. Почему я живу в Ричмонде, а не в центре Лондона? Потому что мой университет находится прямо в самой центральной части, в районе Блумсбери. Поскольку жилье в Лондоне сильно подорожало, оно невероятно дорогое. Я не готова снимать комнату с незнакомым человеком абсолютно. Все студенты, кого я спрашивала, уже имели своих соседей. Кто-то здесь живет с сестрами, с братьями, кто-то с друзьями, друзей и так далее. А кто-то уже просто нашел себе общежитие и квартиры. Я осталась в такой ситуации, что все общежития заняты, все квартиры невозможно снять онлайн, потому что все требуют личный просмотр или просто отказывают онлайн. Но мне очень повезло, потому что я состою во всяких чатах по визам. Я очень переживала за этот момент, я подавалась 31 августа. Процесс прошел очень быстро, но это было так нервно, потому что у меня не проходила оплата из России. Было куча проблем, мне КАС мы выдали. КАС — это документ, который выдается студентам, подтверждающий, что ты едешь на учебу от университета. И этот документ мне выдали только где-то буквально 31 августа, и я сразу же побежала подаваться на визу, но мне повезло, все хорошо. Собственно, процесс поиска квартиры очень сильно отложился. И мне повезло, что я встретила в чате девушку, которая у нас, кстати, есть общие знакомые, и она пересдала мне, это называется саблет, свою квартиру на месяц, потому что они с семьей уезжают, не знаю, куда уезжают, на месяц. И вот, собственно, я живу в Ричмонде, это лучше, чем ничего. Поездка отсюда, конечно, очень долгая, я еду... минимум час до университета, до любой другой локации. А у нас сейчас как раз в университете проходят всякие экскурсии по разным районам архитектурным. И добираться туда, честно говоря, просто для меня уже становится трагедией. Но это все-таки, опять же, дешевле. Хорошая квартира, хороший район. Все Airbnb отели стоили в 3 раза дороже. И в целом, грех жаловаться, Ричмонд — прекрасный район. Говоря о проезде отсюда, он невероятно дорогой, то есть у меня получается примерно 4 фунта отсюда доехать до учебы,
до метро, только до пересадки. И еще на метро я плачу где-то 2-3 фунта. И это в одну сторону. В обратную, соответственно, я закладываю 10 фунтов. Я должна сейчас сделать себе скидочные карты все студенческие, но это тоже занимает какое-то время, процесс. Из хорошего я нашла квартиру. Про поиск квартиры я, наверное, расскажу чуть позже, потому что это вообще отдельная тема. Я бы и даже посвятила, наверное, отдельное видео, как меня буквально обмануло агентство. Я считаю, что обмануло конкретно. В итоге квартиру я получила, но то, как они себя вели, это абсолютно неприемлемо. И, собственно, в это агентство я никому никогда не посоветую обращаться. Поиск квартиры — это страшная вещь в Лондоне, скажу вам честно. Я обшагала полгорода, у меня все ноги болят. И, кстати, минус жизни в далеком районе от университета — это то, что я уже 4 часа дня абсолютно уставшая. Пока я дойду туда, пока я там отсижу и так далее, я не успеваю посмотреть ни Лондон, ни заняться своими делами, какими-то даже походить банально по музеям, не знаю. Я до сих пор не знаю район, в котором я учусь, потому что у меня нет ни сил как-то его обойти после того, как я уже проделала огромный маршрут. Но надеюсь, что все изменится, и с ноября я буду жить в прекрасной квартире, уже достаточно близко к университету. Пока что я бы хотела, наверное, вам показать немножко Ричмонда, пройтись с вами по его улочкам, по паркам, и чтобы вы могли тоже насладиться этой красотой, которую могу наслаждаться я целый месяц. От города, похож на маленькую английскую сказку. Была только что на гольф-поле. Очень красивое место, но, к сожалению, поскольку я пока не разобралась со всеми соцсетями, я записала только кружочки в телеграм-канал и в инстаграм фотки и видео. Поэтому подписывайтесь. Смотрите, пожалуйста, там место очень красивое, но это мой огромный косяк. Вот, погуляла. Честно говоря, Ричмонд — это просто потрясающий город, особенно потрясающий спасибо самолетам, которые тут летают 24/7. Ричмонд — потрясающий город, на мой взгляд, для жизни с семьей, потому что если бы у меня был ребенок, муж, не знаю, семья, я бы с таким кайфом тут жила, потому что тут есть все: гольф-поля, спортзалы, я не знаю, наверное, это есть во многих городах. Но здесь так красиво, так тихо, спокойно, безопасно. Я пока что вообще ни разу не почувствовала себя как-то что-то некомфортно, потому что даже в самом центре этого города жизнь такая вот медленная, размеренная, много магазинчиков разных, красивых. Может, потому что для меня это все в новинку, мне так кажется, но тут много школ, тут много садов, огромные парки, парки с оленями, куда мы пойдем, и я точно сниму это. Так что, если вы переезжаете в Лондон и ищете прекрасное место для жизни с детьми, мне кажется, Ричмонд — это просто... это вау. Другого такого, наверное... Хотя я не была, может, где-то еще хорошо. Но мне это очень нравится. Конечно, если говорить о студенческой какой-то жизни, жизни более молодому профессионалу, то я бы, наверное, не выбрала этот город. Все-таки тут слишком тихо, спокойно. Мне пока что хорошо, я не ищу никакой тусовки, ничего такого. Мне пока что в новинку гулять, изучать сам город, достопримечательности и все остальное. Но, наверное, если бы
мне было лет 18, я бы приехала учиться, и я бы хотела больше какой-то движа. Потому что в Лондон отсюда выезжать как-то вообще не хочется. Сейчас просто какое-то нашествие тут самолетов, я не знаю. Мне приходится прерваться, чтобы было хоть что-то, наверное, слышно на видео. До Лондона тут добираться достаточно дорого и долго. То есть сначала я сажусь на электричку, потом на метро, а потом уже в Лондоне. И, соответственно, когда так едешь 5 дней подряд в университет, устаешь еще там, ходишь по городу, то на выходные хочется просто либо лежать дома, либо пройтись вот здесь вот, посмотреть, что есть, и больше не хочется ездить в Лондон вообще. Может, это у меня уже такие старческие какие-то мысли, не знаю. Игнорируем факт, что я все это время шла непонятно куда. Я потеряла калитку, через которую зашла. Будем искать обход. В целом, если говорить про маршрут до Лондона, он достаточно тяжелый. Поэтому пока что я узнаю город Ричмонд. А Лондон пока что мало что есть.